Амансыздар ма, құрметті коллегалар. В алматинском горкоме лояльных аккорде коммунистов от начала осеннего политического марафона, кажется, не ждут ничего выдающегося. Застой общественно-политических отношений здесь характеризуют как стабильность. Значит, и разговоры, например, о роспуске парламента, не имеют под собой оснований. Конкретных оснований политических, да, идеологической стороны оснований в государстве нет. Стабильность, оппозиция работает, все работают. Нормально все идет, правительство выполняет свои обязанности. Между тем, о причинах, признаках и основаниях уже писалось и говорилось неоднократно. Движение на партийном поле, слияние и размежевание, крайне непопулярная пенсионная реформа, президент вернул документ на доработку. Сами депутаты от правящей партии ссылаются даже не на открытие сессии, а на октябрьский съезд Нур Отан, где, скорее всего, и будут озвучены векторы. Чаще всего распускается мажилис парламента. Я думаю, что вот на съезде будут проговариваться многие моменты, которые, возможно, если внесут какое-то изменение в политическую систему нашей страны, то тогда это возможно. Свой политический прогноз на среднесрочную перспективу озвучил и политик от демократических сил Булат Абилов. Ситуация будет меняться к 2016 году. В конце 15-го, в начале 16-го, когда должны пройти очередные выборы президента. Вот тогда будет возможный распуск парламента. Глава группы оценки рисков, политолог Досым Сатпаев, считает, что ожидания всегда слишком завышены, потому что неправильно расставлены политические акценты. Распуск парламента в Казахстане стал уже такой некой забавой. Аккорды. Многие сейчас задаются вопросом не по поводу того, будет ли распуск парламента, а по поводу того, что в целом нужно делать с парламентом, вне зависимости от того, каким он будет. Тезис о том, что казахстанскую политическую систему нужно трансформировать в президентско-парламентскую хотя бы, а потом в парламентскую, он очень актуален. Ей нужно именно этим заниматься. Чтобы почувствовать, будет ли жаркая политическая осень в Казахстане, остается дождаться 2 сентября. В этот день состоится открытие третьей сессии 5-го созыва парламента. По традиции ее откроет президент. Thank you.